всем привет, с вами Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я вам покажу, на что я поставлю в турнире, прогнозы и, в общем, начали. Итак, вы знаете, что сейчас идет второй этап, и во втором этапе я вам сейчас все расскажу, что можно и на кого поставить. В общем, объясняю, смотрите. Тут у нас есть такая вот без единого поражения, здесь вы ставите без единого поражения. Кто это, например, может сделать? Допустим, это без единого поражения может, ну, допустим, я поверю все же, я даже не знаю в кого. Я в Неви не уверен, что она прям без поражения пойдет. Ну вот в... Нет, в Маус тоже нет. А вот именно во... Нет, в Фнатик тоже нет. Давайте я поставлю, кто победит без поражений, пусть это все-таки будет... ну, допустим, пусть это будет Клоуд. Ладно, пусть будет Клоуд, почему бы и нет. Так, кто проиграет без единой победы? Это я поставлю все же, я не знаю, как вы поставите, но единственная команда, которая сейчас здесь не так уж сильна, как остальные, это Тайлу. Потому что, ну, можно посмотреть матчи, и по матчам, ну, вы понимаете, что Тайлу, хоть она и выигрывает, но она выиграла у той команды, которая слилась. Но Тайлу тоже и в прошлом турнире проигрывала. Насколько я помню, в Бостоне. Сейчас посмотрю. Тайлу. Где-то здесь была. Ну, в общем, где-то я видел то, что она проиграла сразу и вылетела. Не помню, здесь что ли. Ну, в общем, она где-то играла. Я сейчас не помню, где. В общем, играла Тайлу. И она вылетела. Я не знаю, где искать. Может, здесь она играла. Я не помню, где я смотрел, но это давно было, где-то, я не помню когда. Но она вылетела сразу, и поэтому, ну, я пока говорил, я уже все понял, на кого надо ставить. Поэтому я, наверное, поставлю так, как... Сейчас посмотрим, как. Так. Я ставлю на Cloud 9. Я ставлю, что проиграет Тайлу. Я другие команды оставлю, что выиграет, конечно же, вот эта команда, выиграет Неви, то есть на мышей не буду ставить, я поставлю все же на... Хотя эти тоже могут проиграть, может, не Тайлу. Вот у меня сомнение между вот этой вот командой и вот этой вот командой. Я вот про это вот не знаю. Ну, кто выйдет еще? Ну, допустим, вот это выйдет, ну, она точно не проиграет. Фнатик выйдет, это 100% выйдет она. Эти, я уверен, что выйдут. Эти выйдут. Про этих Hellraisers я не уверен. А вот Вега очень хорошо показала себя на первом этапе. Поэтому для второго этапа так вот. То есть, вот кто проиграет без единой победы, это вот мне. Я вот так думаю, что это все-таки будет Тайлу. Может быть и это Вайнстрайк. Возможно, я не знаю. Но может все остальные, может это будет другая команда. Вот если бы было больше слотов, я бы сюда поставил, например, еще кто пройдет, Биг, например, пройдет. Ну, я уверен, что Биг пройдет, потому что вы видели, вот здесь я точно уже покажу вам, то что она, вот этот Биг, она выигрывает всех. Она, по-моему, один раз только проиграла кому-то. Я забыл кому. Да, она проиграла вот этой вот команде. Поэтому здесь я ставил только на Space Soldiers, и Space Soldiers не слились, так как я ставил одну ставку, поэтому я ничего не получил. Но я просто проверил, вдруг я выиграю. Нет, не выиграл, ладно. Ну вот в группе я поставлю вот так вот. И я думаю, что Тайлу вылетит, это... Потому что я так думаю. Я не знаю, чем это подтвердить, но все же я думаю, что Тайлу не затащит второй этап. Во втором этапе, потому что играют достаточно такие сильные команды, и Тайлу, она какая-то, ну, недостаточно натренированная. Ну, типа, ну, ладно, не буду затягивать видеоролик, поэтому... Ну, все же я не знаю, что здесь выбрать. Я хочу или Вайнстрайк выбирать, или Тайлу.
Я выбрал Тайлу, ну а вы можете ставить One Strike, потому что одна из этих команд точно вылетит. Или One Strike, или Тайлу, но никакие другие. Потому что эти пройдут, эти не пройдут, но я не уверен, я бы их сюда поставил, но что-то, во-первых, здесь мест нету, я поставил самые подходящие команды, которые могут победить, они победят, я уверен. Ну, как бы, эти прогнозы, ну, как бы, я сам думаю. То есть, нигде нельзя узнать точно прогноз, кто победит, кто проиграет. Но я знаю, что без поражения это, значит, Cloud 9, это вот эти Face City, Navy, всякие другие команды. Они пройдут в следующий этап. Ну, а Тайлу нет. Я не представляю ее в следующем этапе. Представляю, в следующем этапе я Big команду. Она очень хорошо себя показала в этом турнире. Мибр, я не знаю. Нет. Нет, на Мибр я не буду ставить. Потому что вы знаете, что у меня на основе достаточно таки много уже медалей за прогнозы, золотых. И поэтому прислушайтесь ко мне. Ну а насчет Тайлу можете ко мне не прислушиваться. Поставьте лучше Van Strike. Потому что я это из своего опыта делаю. Как уже команды выигрывали, как проигрывали. Я такой вот анализ сделал. И получается, что, ну, Тайлу или выиграет, или проиграет. Тут как бы рандом. Или она пройдет дальше, или не пройдет. Но я так не уверен. Но все же мне кажется, что они ошибутся, и Тайлу проиграет. Я не уверен, ребят. Но все же, ладно, вот так вот остановимся. Я покупаю сейчас наклейки. Ну а всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И если я прав, то расскажите об этом друзьям. Я никогда еще не снимал такие видеоролики про прогнозы. Вот сейчас я вам раскрываю секрет, кто победит, кто проиграет. Еще один секрет я расскажу, почему я не ставлю сюда без единого поражения Navy. Потому что Navy просрут, я это точно знаю. Все, ладно, всем удачи и всем пока.